то, чтобы вы могли спокойно разогреться и посмотреть, как некоторые люди умеют красиво двигать разными частями тела. Да. То, безусловно, на жестоких играх в Аргентине я был несколько раз, слава богу, одно из них выиграл, и что такое танго, я знаю не понаслышке. Буду наблюдать за очередью с вами, уважаемые жители города Ульяновска. Итак, встречайте, танец танго, ансамбль современной пластики «Крещенко». Нашего города. Хочу поздравить вас с юбилеем нашего города, с Днем России. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Всегда...